Там какой-то лог был Шпок, ник у него. Вот, он говорит, у него кореш Эршам есть, еще какой-то вар. Вар я не знаю. Что-то им говорил, что вара в рейд не надо, ну, пока, когда мы целка собирали. Короче... А я... этот у нас был, тут там, эти, чудо-яйца, блядь, он куда пропал? Этот... Он говорил, у него там варвар какой-то есть тоже с таким же РТС. Ты врывайся, я двух пробудителей заберу. РДД пробудители, остальные там этих петухов. Давай. Дается это, у которого кисти на броню зачарены. Да, он самый. Ну, реально, чё? Неплохо, я считаю. От волны я просто отбегаю, милики, как на Зулджине, там ничего сложного нет. Да, волна кикается вообще, то есть там у нас роги есть, ханты, два в опоре вар, то есть это можно все просто кикнуть, и она не будет дамажить. А тут, напомните, тут командир, да, в приоритете? Нет, вон пробудители, которые стоят, вот видишь, он сейчас кастует волна пламени, сейчас эта волна весь рейд ёбнет. Ну, по большому счету ничего тут не в приоритете, просто у волны рейндж, ну, 10 метров, вот видишь, я отошел, звездочка, видишь, я не получаю дамаг. Плюс она сбивается не кик-эффектом, а станом, салом, херо. Станами, да. И откидыванием совинным или элемовским. То я что-то уже это подзапамятовал, как оно по трэшу тут. То есть сначала пробудители, да, все заливаем, станем. А потом уже весь остальной трэш. Так-то вообще похую. Ну, без разницы. Главное понимать, что вот агрессоры, они кливают перед собой, их рассекающие. Ну, агрессоры за спиной, а приоритет, получается, пробудители. Ну да, да. Они и кастуют. Ну вот, чтобы понимание было, ну правильно. Короче, вчера трайли Леди Гер в вечерней гильдии. Там лучший трай. 4 ляма оставили боссу. И Берса, нахуй. Ну, а Берса там сразу весь рейд шотает. Вся загвоздка в духах. Там появляются 3 духа, и они появляются каждые 10 секунд. Летят к 3 случайным игрокам. Если они долетают и наносят удар автоатакой, там, 140 единиц урона, то они взрываются и вокруг себя на 20 метров, и они взрываются на 32 тысячи урона от тьмы. А 32 тысячи, это вы сами понимаете, блядь, это ваншот. Да, в десятке они почти не чувствуются, по идее, вот в 25. Блядь, наверное, десятка, да. Это десятка, да. Десятки вообще похую. Я, кстати, не помню, сколько их в десятке, 1 или 2? По-моему, 2 появляются. Ну, 25-ки вообще вакханалия. Там у нас еще, блядь, пристов шипешников 6 было в рейде, блядь. Там вот это ихние Т4, вот это ихние призраки летят, нахуй, там охуеть, блядь. Просто вся комната в этих призраках. Еще от волониров щитки вокруг игрока круглые такие. Там пиздец, блядь. Просто все в этих щитках. Неделя шипешников сейчас. Да пиздец, блядь. Так, где там еще пробудитель? А, вот он. И сюда, блядь. О. Я отбегу, мне похуй. Вот видишь, отбежал похую. Это кто-то застанил. Нам 3DD нужно, получается? Да, ну, блядь, если хотите, типа, ну... Если там такие люди, с которыми можно лут делить, так-то и так убьем. Похуй вообще. Если люди в гильдию пойдут, будет хорошо. Если какие-то знакомые есть, кто хочет в гильдию. А так мы и в 20 убьем.
Еще пачка осталась. Вводи сюда к нам тоже этих петухов. Короче, хочу пустить босса по часовой стрелке, по вот этому кругу. Я про этого, про Болтара. Вот. Ты, короче, забираешь копии. Короче, рарник спекнись на всякий случай. На коне поездишь, там, третью копию заберешь. Ты первую про товар. Позиционируйтесь в центре, либо сзади, спереди танка. Велики, тут вот где сейчас челик на маунте стоит, тут начинайте бить. Возле этого, возле подъема стойте здесь вот. Сейчас я это буду спрыгивать уже в воздухе, ему ДЛПшки кидать. Поехали. Поведу по часовой. Ну, если так смотреть на этот круг, то против часовой. А если вот смотреть на босса сейчас, то по часовой. Если вот здесь 12 часов, и мы ебашим. И вот по этой круговой дорожке я его поведу. Так. Потестить надо. И выйдет. С прижиганием отбегаем? Или да, 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 конечно. Вроде, кстати, полностью выйдется дамаг. Это хорошо. Но вот сейчас прохиливайте. Хилы, встаньте так, чтобы вы меня доставали. Ну, видите, рейндж увеличивается атаки, когда фрейм увеличивается. Сейчас он уменьшится обратно. Побежит за мной. Нормально. Так, короче, на первой хуйне. Ладно, хуй с ним, проживем, я думаю. На 66 я имею в виду. Так, ну-ка отбежим. Да, и выйдется дамаг полностью. Так, вот сейчас. Ой, блять, откинул. Ёлку, мать. Когда откидывает инсика нахуй. Синтек рез инсику, это пиздец. Сразу иннер ему ебанешь. Найди инсику рез, нет. Иннер ему сразу. Рейндж набираете. Мак, отойди, сейчас под ебалом стоит. Вот тут. Смотри, инсика, на взрывной волне перед четырьмя. Я и не зыбку дам. Дашь массакру и дашь бабл по себе, чтобы ты не отлетал. И хиль танков. Щитицу на меня, хиль рарника и этого. Значит, сейчас пока что 50%. Готовься, жди. Внимательно. Вадикон дай тоже по инсике иннер. И аптекарь дай по инсике иннер. Тут, блядь, сухой, блядь. То же самое по кругу буду вести. Где мы находимся, кстати? Что-то, блядь. Так. 39, готовься. Позиционируйтесь, хилы, так, чтобы вы там до всех трех танков доставали. Вот, даю незыбку, давай массакру. Давай бабл на себя. Чтоб ты хилить мог. Тебя волна не откидывает, когда ты под валом. Все, продолжаем всю хуйню. Три танка. Все прожимки не жалейте. Босс захилился. Просто распределяемся на рейндж. И бить можно любую копию. Все, и просто бьем. Кстати, давайте Геру. И стоим на рендже. Все, заебись. Главное, хилы встаньте удобно, чтобы всех троих танков могли хилить. Все, их хуярим. Милики, на разные копии разбегитесь, чтобы был рендж между вами. Под одной вы лутаете кучу стаков этой хуйни. Давай двигаться. Этот. Это. Проводи свою копию, чтобы я мог проводить свою на вихре. На вихре отбегайте, там 0 дамага. Хилы, двигайтесь за танками. Вот видите, мы ведем. Вон, чтоб перед варом там кто-то встаньте, хилы, вас пятеро. Акиса, ставь тотем. Зиротель гим на ману. Из-под ебала, эрдру, уйди. Уйди отсюда. Уйди, блядь, завихрюет тебя, закастует, сука, он рассекающим еще бьет. Понимаете? Давай шивэ на рейд, если есть. У меня нет, я здесь брал это. Массакру, давай, рарник.
Все, и так это. Да что они так долго живут? Да потому что хилятся нахуй. Это подъебало, не подходи, этот Эрдру. Немножко там в центре стой, вот. Чтобы тех танков доставать тоже. Они хилятся, когда вы рейндж не соблюдаете, они хилят метки эти боссов. Вот эти вот. Скоро незыбко откатится, блядь. 4 ляма и башьте. Еще вы когда рейндж не соблюдаете, эти стаки, ну, они на вас и настакиваются, и ваш урон исходящий уменьшается, поэтому так долго бьем. Так они уводиться должны в другую сторону, они ходят здесь, блядь, посередине, где хотят. Ну, извини, чтоб как ходить, по кругу. А они в сторону должны уводить. Давай, ебашим. Хуйня, 2 ляма осталось. Короче, дал незыбку на всякий случай. Там лям уже 800 добивать. Там еще квест есть на убийство. Да, похуй. Похую. Так, подъезжайте к Савиане. Ладно, поехали. Короче, будут красные метки на головой. Такие же, как на Синдре синие, только красные, блядь. Вот, и также надо там рейндж словить, так же, как на Синдре 12 метров между собой. Если не словите рейндж, двойной урон получите. Это на взлетке будет. А, и иступление надо снимать. Вот это Хант снимает. Хант снимает. Не снимает, значит, захиливайте. Значит, придется хилить много. Так, топа и история машете анестезирующий яд на эту хуйню. Или Хант вытаскивает из книжки заклинаний эту парашу, как она называется. Усмиряющий выстрел называется. Есть такая хуйня у тебя? Есть. Ну вот, надо на иступление, вот сейчас кидай. Вот, скинулось, отлично. А у тебя инсика 4Т4 или нет? Вот, готовимся, эти самые будут красные метки над головой, но я не зыбку дам. Вот метки такие, даже на мне метка, блядь. У него 24Т10 вроде. И дальше ебашим. Под ебало не заходите. Так, иступление снимаем. На следующем боссе, конечно, тяжеловато будет, блядь. Может быть, даже вайпанемся. А, нет, два танка есть, нормально. Нормально, вывезем, надеюсь. Иступление. Блять, да ебашьте ее, подойдите к озеру, захуярьте. 100 тысяч, 50, 20 тысяч, 1000. Ебись. Так, заезжаем, там прочищено по стеночке, едьте. Чтобы босса не спулить случайно. Так, я на боссе. Рарник, дальняя хуйня. Дальние мобы, ближние про товар. Значит, будет выходить мобы, наверное, даже 3 пачки успеет выйти. Ну тут чё, тут всё заебись, я таунт просто нажимаю фирт и всё. Кто там, подъезжайте сюда. Где Sunrise? А, все тут. Всё, на счёт 3 буду пулять. 1, 2, 3. Блядь, ебаная стена огня, блядь.
Короче, по массе вам скажу. Там уже когда много трэша будет. Пока все заебись. А, он тоже что ли порезанный? Ты чё? В принципе, нормально сносим. Три стака вот здесь. Да, раз ничего не можно. Единственное, что 5 стаков мне брони вообще не будет. Надо будет меня посильнее хилить. У бисера что-то маны нет. Вызови там собаку себе, порезай. Только после фера. Вот 4 стака. Сейчас уже это... Синтек хорошенько. Жизнецветы на мне 3 штуки держи по КД. Разряжай свою ману. Будет 5 стаков, будет, считай, у меня 0 брони будет. И буду лутать пиздец дамаг. Вот 5 стаков. Все, все 5 хилов, внимание на вой, да? Третья пачка треша будет, уже там начнем сейвы отдавать. 6 лямов еще бить, блядь. Так, короче, поехали. Кровь вампира пошла. Так. Рарник, давай массакру. Про товар давай ШВ. Нормально, даже без незыбки, без фин. Да незыбку давай на всякий случай, нахуй. Сука, где она? Вот. Похуй уже. Так, переезжайте на ту сторону, только не спульте босса. По краю переезжайте. Сейчас я раскидаю, кто куда пойдет, кто что делать будет. Блять, падла ебаная, сейчас релогнусь. Забагалась, блять. Так, ну, наверное, мы кота в свет отправим. По-любому, это плюс БР будет. Сейчас посмотрим. Одного ретрика, наверное. Так, ща. Такс. Угу, фулл баф там всю хуйню. Сейчас немножко подраскидаю пати и скажу. Так, значит. Рейд. Значит, Равист в свет идешь. И... Так. И ты там танчишь. Все, заебись. Вот так, наверное, будем. В принципе, они там заебись дамажат. Да, нормально. Хотя... Сука. Да не, похуй, нормально, короче. Тьму хилить будет Вьюпсин, Синтек и Акиса. Имейте в виду, там, блядь, на лезвие не бегите. Это самая главная хуйня. Да, Рвис, ты в свету будешь. Свет танчит на Малефицист. Значит, Холипал с ним остаешься. А этот бисер, выйдешь к нему на этот, как он называется. Короче, можешь тоже нахуй в тьму не заходи, стой вместе с Холипалом и с протоваром здесь. Чильте, ждите третьей фазы. Бисер, ты диспелишь первую и третью фазу. Во тьме диспелит Синтек. Вот, значит, первая, вторая пати вы в тьме дамажите. Танчу я там. Третья, четвертая пати вы в свету дамажите. Как только переведем на третью фазу, вы выходите в портал и выходите в свет. Босса никуда не крутить, ни на какие порталы. Все, вот как я его поставил, так и будешь его держать. После первого метеора заберешь его с меня. Так, все. Первая, третья свет, правильно? Первая, вторая в тьме.
Третье, четвертое, свет. Смотрим на свои пати. Могу по никам назвать. Протовар, кот, аптекарь, хант, маг, вадикон, зиротель, вихторка выходят в свет. Все остальные в тьме остаются. Хилы, инсика и бисер остаются в свету. Первая, вторая пати. Тоже могу по никам назвать. Я на ромбике. Вообще. Из четвертой пати Вансан назвал. Бахните рыбу. Я сказал маг. Да? Я сказал маг. Это один маг же в рейде. Да, Вансент выходит в третью. На свет. Но стресс X ты тут. Значит, в этот... Кто там пиздеть может? Инсика, ты будешь пиздеть там этот... Есть у тебя ассист? Ну, у лишних ассист заберу сейчас. У тебя должен ассист остаться. Так, урарника пускай тоже будет. Короче, инсика, там надо будет это, метку на себя вешай в свету, чтобы перебежали, там метеор, типа, вот тебе квадрат. А в тьме, ну, рарник, давай ты тоже в тьме будешь какой-то меткой, допустим, на треугольник. Типа, чтобы вас лезвие не сбрило сбоку от босса. Стойте в треугольнике, в рарнике, если вдруг кто первая, вторая пати не знает. Еще раз чек на пул. Это, ничего не тыкайте в босса, пока я его не спулю. Вот как только он меня ударит, так уже пойдете из-за края и начнете бить. Батоша готов? Батоша. Все готовы. Поехали. Вот пидорас, блядь. Пошел вперед немножко. Все. Главное, надеюсь, автодиспел у лоховских. Да, сука, что ж ты, блядь, делал там, нахуй? 10 секунд барьер, блядь, непроницаемый становится. Перебежали. Ёбаный, но стресс, нахуй. Вот то это диспелил. Я открываю, смотрю, нахуй. Рассеивание, нахуй. Бисер, нахуя ты диспелишь, блядь? Я правда такого сырен. Зухля, нахуй. Как ты сдох, нахуй? Смотрю, детали смерти. Пылающий огонь, блядь. Падение метеора. В огне стоял? Зачем? Нахуя ты в огне стоишь? Блядь. Я не знаю, что, блядь, вам в таком случае сказать. Лужа под боссом, блядь. Вам весело, блядь. Ясно, нахуй. Равис, Тереса и Зуклю. Перебегаем. Перебегаем на ту сторону. Давайте хилы захиливаем. Зуклю фулл баф. А где на стресс? Его протомло в центр, что ли? Да? Маленько подкручу. Выноси, Зуклю. Сам сядь, диспел. Вот, отлично. Скоро фаза будет. Что, третий метеор, что ли? Давайте, ебашьте. 2%. Метеор. Юб сняли. У меня СБР могу, да. Не надо ничего. А, да, давай. В тьму с треугольника. С треугольника в тьму заходите. Быстрее в тьму с треугольника. Все, на рарнике стоит треугольник там. Когда начну крутить, тогда будете двигаться. Так, Акиса, давай Геру, ДПС. Где Равис, где на стресс? Выноси. Вот эти шарики, смотрите. Вот, сейчас я начну крутить. Я буду убегать от лезвия. Вот, начинаю крутить, начинайте двигаться. Так, нормально. Всем нормально. Где лезвие исчезнет, там в следующий раз появится. Все просто и понятно. Вот отлично. Сюда, да, там, где исчезли, там, да. Да. Что в гере, что в обычке. Все продумано. Все, хуйня осталась. Только как история. Выноси, пожирание души на мне, вьюпсень, ты видишь, нет? Вы лезвие видите, санрайз? Вот где вы стояли, нахуй? Почему вы сука, в треугольнике не стоите, нахуй? Давай в лужу заходим. Заходим в лужу. Разуйте свои глаза, блядь. Нахуя вам Бог дал глаза? Чтобы вы падали в лезвие, блядь? Если стоит треугольник на человеке, блядь. Печеньку поставь. Сейчас печеньку поставим, блядь. Все, кто в свету, заходите в тьму. Куда вы побежали к краю, блядь? Босс не сывейдится. Вы заходите в портал, сдохните. Все, кто покинул тело, не заходите в инст, сука. Вас выкинет с игры, блядь. Если вы первый раз об этом слышите.
Кто еще там живой остался? Не покидайте ебучее свое тело, пока не сведется огонь полностью. Кто там живой еще, нахуй? На стресс. На стресс ты тут? Да, конечно. Ну так сагри и Дима Бофф и сдохни, блядь. Хули ты стоишь? Все, бегу. Я надеюсь, там никто в инст не заломился, типа, все, свейдился, заходите в инст. Свейдился босс. Теперь можно. У кого там ошибка, блядь, теперь ждать, пока вы перезапустите игру, блядь. Вот, если сейчас опять будете сдыхать, тело не покидайте. Лежите в теле и смотрите, когда свейдится, уже тогда покидайте и заходите. Все, жрите рыбу. Какие группы, ты говорил, в портал заходят? Первая, вторая черная, третья, четвертая свет. У босса три фазы есть. Одна начинается здесь. Вторая фаза начинается, босс исчезает из светлого мира, появляется в темном. Туда заходят весь рейд, кроме Холипала, ДЦ и Протовара. Весь рейд, кроме Холипала, ДЦ и Протовара. И бьют там его до 50% хп. Там начинается третья фаза. На третьей фазе он появляется в светлом мире, но не исчезает в темном. И бьем его одновременно в двух мирах. Третья и четвертая пати выходят в свет. Там есть танк, там есть два хила, они бьют. Мы во тьме бьем. Ты на стресс находишься во тьме. Как зашел на 75% хп туда, так там и до конца, до убийства находишься. Я понял. Только третья и четвертая выходят. Да. Этот кот где? Кот, ты здесь? Покидай тело свое. Ты где? Кот отошел встретить курьера. Он написал. Ебаный рот, нахуй. Я ебу, блядь. Но это было 3 минуты назад на 5 минут. Чек на пул, блядь. Ну чё, пулять будем, бить. Он хоть здесь, в инсте? Да. Ну если чё, пульнём пока. Разок. Так, сейчас я сяду на коня. Только ничего не делайте, в босса ничего не кидайте. Сейчас я добегу, постараюсь, чтобы он не дернулся, блядь. Вот так, заебись. Все, ебашим. Ну, стресс, ты там, надеюсь, не стоишь за огнем? Квадрат, нахуй, 10 секунд. А, теперь сига. Бомж ебаный, нахуй. Нахуй ты стоишь, блядь, на месте? Под ебало заходим. Вот, блядь. Это разовая акция, чтобы я проебался. Чё за параша, нахуй? У вас что, блядь? Инсика, блядь, что за хуйня? Вы можете чуть-чуть ближе подойти, вот где сейчас инсика стоит, еще чуть-чуть ближе. И босс... Пиздец, да, ебать. Вы еще, блядь, я не знаю, нахуй, возле входа в инс начинайте пул, блядь. Пюпсень. Пиздец. Ну, блядь, ты Холипал, ты нужен рейду, блядь, хилить надо, нахуй. Ты стоишь, блядь, за барьером, нахуя ты там стоишь? Я прибежал, спулил, блядь. Зайти... Вот тут стой, блядь, метку вам поставить, что ли? Вот здесь вот если стоять... Ставлю квадрат, блядь. Нахуй. Вот тут стоим. А не там, блядь, где вы стоите, нахуй. Пиздец, опять жрать, опять бафаться, нахуй. Где рыба? Рыба еще стоит. А где она стоит, чуть не видать. Да, правильно закликали, наверное, блядь. Все, зажрали уже. Он еще в квадрате. Уже, блядь, 7 минут прошло. Доставка. Курьер. А это не тот человек, у которого курьер каждый день? Нет. Да не, наверное. Это впервые такая хуйня. А мы можем его риснуть во время боя? Он под боссом просто лежит. Наверное, если он отпишет. Так, ну давайте. Чек на пул. Блять, идеально спулил, ты, сука, стоишь за огнем, блять, инсика. Ну пиздец. Я тебе уже волонир не хочу собирать. Только рависта нету, короче. Стойте, чильте, там ничего не делайте. Вот пидораз, видишь, пошел, блять. А, похуй, давай я верну, блять. Вот. Отлично. А здесь хвост откидывают? Станет на 2 секунды. Или на 3, или на 2. Перебежали, мтёр. Это я перебегаю.
Заходите в огонь, вздыхаем. Этот, снимай дух. Это все потому, что кота нет. Да, ебать, натуре. Я успел рыбу старую поесть, ебать. Смотрите, где падает метеор. Сами. Или уж до конца добегайте, или, блядь, хуй знает. Надо было, наверное, мне стоять нахуй в метеоре в этом, да? Чтобы вас спасти, блядь. Жимочки отдать. Так, все, кроме рвиста, есть? Оху, пускай так стоит. Ему как раз зайти, он там двигаться не будет. Инту повесьте, маг. Один тут. История на край. Корж нажмешь, перебегайте. Через метеор бежишь прям. История. Добираешь? Ну, забрал. Зукля. Черепок. Во тьме крестик будет вешаться. Две секунды, метеор. Готовимся. Так, готовимся. Фаза пошла. Один процент. С треугольника будете заходить. Сейчас. Заходите с треугольника. Топа сдох. Как нахуй? Хуй пойми. Зашел рано. Охуя. Не надо рано заходить. Давай, Геру. Аптекарь. Сам себя диспел. О, молодец. Так, а мы теперь за печенькой ходим, правильно? Да. Все верно. Скоро будет лезвие, видите, вот шарик. Он соединяется лучом с другим шариком. Вот, видите? Кто там, Ванцент, Вадикон? А что Буксин тут делает? Мне сказали стоять здесь. Еще я не захожу. Вупсень, сука, ты во тьме, нахуй. Зайди в тьму, блядь, сейчас закончится. Я сначала сказал, что не надо было, блядь. Зайди в тьму, нахуй. Там, я уже зашел. Там ДЦ, блядь, остается. Бисер, который. Все окей. С холипалом. Я же второй ты раз внимательно послушаю. Так, когда аптекарь я... выйдешь в свет, реснешь этого. Реснешь Вадикона. Вадикон, реснишь Ванцента. 5% еще, блядь. Когда переведем, тьма стопнем дамаг. Секунд на 10. Так, 2%. Ну, стресс, осторожно. 1%. Готовьтесь, сейчас у вас появится босс. Выноси пожирание. Под дыхание не вынеси, блядь. Не беги.
А, ясно, нахуй, заходим в эту лужу. Ясно, нахуй, кто-то проебланил и... Понятно, ебать, все ясно. Прикольно. Хорошо, блядь, придется каждого бича озвучивать. Наверное, вы не видите ни квадрат, ни черепок, ни крестик над головой, дебафы свои не смотрите. Хуй с ним, придется каждого, наверное, называть. Ладно. Все понятно. Даже очень сложно увидеть метку. Хилы, главное, хилят еще челика. Покидайте тело, заходите в инст. Тут уже даже ровист. Он, наверное, доставку взял, еще и похавал. Да, ровист? Нет, не успел. А, мы тут, видишь, вайпаемся без тебя. Из-за того, что нету БР твоего, не получается задпсить босса, сука. А. Все, фулбаф даем, рыбу жрем. Короче, раньше не заходить, это раз. Когда я захожу, у него лицо в ромбике. Вы заходите с треугольника. Раньше меня не заходите. Смотрите, выберите меня в цель, блядь. И как только я исчез, еще подождите 2 секунды, и тогда уже заходите. Почему? Это касается топы. В лезвие не бежать. Метки крестик в тьме, черепок в свету. Над вашей головой появляются, надо выносить ее на край. С вас будет диспелить. Если можете диспелить, сами диспелите. Сейчас попробую произносить ники. Если у кого-то есть микрофон, и он может назвать ник человека, на которого появилась метка. Пока в этом остаюсь, я могу падать. Да, если вдруг я не назову, тогда называй, если вдруг я не назову. Все, сейчас встаньте в квадратик. Я спулю босса, и тогда побежите уже к боссу. Все, бегите к боссу. Бьем босса. Метеор, перебежали. Квадратик, не стоим. Метки еще баганые здесь, блять. То ли... Вот кто перед ебалом бегает? Это я. И там кто-то еще пробегал. Так, этот Акиса понес. Диспел и беги сразу за хвостом. Ну, метеор через 5 секунд. Надо будет перебегать скоро. Готовимся. Милики, вот тут можно стоять, нахуй. Хули вы в красном кружке стоите? В Гере это будет вайп. Вот подальше от босса, от красного кружка стоите. Вот как метеор падает, там вы должны стоять. Перебежали. 3% фаза. Хант, выбери же. Хант, выбери. Батушевод. Батушевод. О, видите, хант не смотрел. Видишь, какая лужа большая? Значит... Чё, заходим? Да, теперь заходим. Ну, стресс, блядь, что у тебя с нервами? Зачем ты зашел и сдох? Да я думал, вы пошустрее все будете. Да ты смотри, я же говорю, меня выбери в цели, блядь. Как только я исчезаю, 2 секунды считаешь, заходишь. Я там... Надо может для всех 25 надо... человек лучше анонсом, что зашел, все, заходите. Все, лежи спокойно. Смотрим, сейчас лезвие будет скоро. Отдыхаем. Смотрим, лезвие скоро будет. Видите, шарики. Вот лезвие появились. Башим. Мне куда? Выпси. Выпси. Надо? Выше, на край. Выше, выше. Выпси, на край. Ой, блядь. Ну я, блядь, отошел, насколько успел. Под ебалом не беги, дыхание сейчас тебя сбрить может, блядь. Понял. По-другому бегай. Не надо круги вокруг луж наворачивать. Возвращайся сразу в рейд, ровной линии. Лезвие 3 секунды, блядь. Встаньте в кружок, вон кружок на рарнике. Я просто вообще в принципе... Так, Акиса вынес, молодец. Захиливайся. Просто смотри. Дикое обновление.
Киса волны кастуй, фул мана стоит, блять. Синтек сам буйный, покидай синтек, иннер и посей бани, что у тебя мана нет. Водикон, и бани по синтеку иннер. Аптекарь, на аптекаре. Все, он выносит, видишь, выносит. Значит, красавчик. Я не вижу ее с этой стороны. Метео, это появилась фаза, санрайз, красавчик, блять, ГП нахуй. Это, третья, четвертая, в портал, быстрее. Там танчит уже танк, хилят хилы. Третья, четвертая, равист. О, все вышли, молодцы. Все, ебашим. Инсика, озвучиваешь метеор. Бисер метки. 20% материально. Бисер метки диспелишь. Тьма стопните дамаг. Сейчас выровняется. А все, уже бейте, нормально. Переходим. Перебегайте, метеор. Остается только метки поозвучивать и все. Свет, меньше урона. Все, бейте, тут уже тьма бьет, нормально. Не стопайте ничего, только на 70 или на 30 будем смотреть. Равист, равист выноси. История выноси. История вынес. Да, давай рост, Акиса, в тебе. Похуй. 50 на 50, сейчас нормально все. Все, эту хуйню просто до убийства надо повторять. Так, сейчас. Метеор перебежали, синтек выноси. Синтек выноси. Все, возвращайся. Вара там не проеби, инсика, блядь. Бисер, давай исповедь кастуй. Не проебите вара, чё за хуйня? Башим. Лезвием. Так, Зукля вынес, молодец. 50 на 50, все нормально. Аптекарь выноси в свету. Аптекарь выноси на край. Подъебало, не беги. Метеор падает. Метеор перебежали. История выноси. Нет. Лезвие 2 секунды. Внимание, стоим в кружке. Отлично. Нихуя сложного нету, РБК босс. Водикон выноси. Там, если что-то не так пойдет, ШВ может дать на рейд. Так, Акиса выноси. Так, давай, Акиса, ставь тотем, Вюпсинген на ману. Зарез эти мануси, заебись. Так, прожал панцирь. Ярим просто, ничего не стопаем. Акиса выноси. Даю незыбку, короче. Пока ты выносишь. Вообще похую. Так, лезвие 2 секунды. Ой, блядь, подхильте. Держите на фул. Зукля выноси. Сика. Инсика в свету. Все, Хален убитый. Ебать, сложно было, пиздец, да, пацаны, блядь? Ну все. Анкачешка. Анкачешка. Нахуй не нужна мне, блядь. Часом. Как время поменялось. Леон теперь как РБК босс. Как, блядь. Этот, милики. Кому надо. На ретрик. Ой-ой-ой-ой. Санрайз, нахуй, ебашит. Мне кажется, этот пацан, хочет просто ретриком играть. Мне кажется, он, блядь, если ретриком ему дадут играть, он соберет ШМ и будет давать 100к ДПС, нахуй, просто. Возможно, возможно, не отрицаю. Че, мы в ГМ Хэмлетим? Так, что у нас по времени? 22-13? Да, да, в принципе. Давай сейчас с лутом, с тремя шмотками разберемся. Санрайз. Отдаем пацану, да? Как вы думаете? В смысле, как вы думаете? Может, страшно. А это наш пацан? Да, наш пацан, наш пацан, это понятно, просто, блядь, видишь... Так, в смысле, не наша гильдия? Ну, типа, его нету гильдии? Гильдии нету, это раз, да. Ну, где-то хуйню ролите надо кому-то? Я дал Санрайзу, как бы, там, смотрите, ну, блядь, типа... может, допиздитесь с ним, блядь. Мы вообще с ним договаривались, что он... А на медведю, да, хорошо эта тренька идет, я не да? знаю, мне всем, всем залупа, нахуй. Всем залуп, да. Короче, залуп, инсика постараюсь. Там, да. А там смотрите уже по хую, типа, поебень полная. Так, вот эта хуйня, это что, на ханта, да? А, рейтинг, помню. Батоша, да? Батоша, ты куда улетел? Тебе не надо эту хуйню?
У Баташа есть такие. А киса идти надо? На НХ? На, игрок не найден, нахуй. Респулю тогда. Дайте вару. Не, вару кинь, пожалуйста. Если... Какому? Малефисенсу. Ой, блядь, всякую парашу собираешь? Ну, это... Ну, давай. Ну, а мне другие не дают, или же я тебе это подберу. Вообще, НХ РПБ разберется или нет? Я хуй знаю. Ну, просто чем пылить, лучше я себе возьму. Да, они нормальные. Чуть больше брони это... просто дадут, чем кожаные. Встань на месте. Так, на эту хуйню. Короче, ГМХМ. Так, сколько у нас? Три танка есть, еще бы одного какого-то. Ну, смотрите, Малефицист, Рарник и я есть. Танки, еще одного танка. Я могу на мишки зайти. Угу. Ну, смотрите, что, полетим на магика тогда сначала, как обычно. Можете сейчас перекурить, там, ну, отдохнуть, там, умыться. И потом надо будет добрать каких-то людей на ГМХМ. Вот. Ну, если это будет пуги, то один анролл. Мешок плюс один анролл. Если какие-то ваши кореша, там, с гильдии, не с гильдии, то это самое, так, паролем. Пока портанусь седые холмы. Так, а мы же вчера или позавчера были, да, ГМХМ? Угу. Ну, первыми, да, там? Да, да.